Всем привет! Мы приехали опять на рынок Антиньяно в Ломеро в районе. Очень здесь сегодня интересно. Много сеньор. Сейчас покажу. Вот такой сегодня здесь ассортимент. Очень много сеньор. Добропорядочных. Сегодня прям ажиотаж. Сейчас посмотрим, что здесь интересного. Очень красивое белье, между прочим. Я пришла смотреть себе пижаму. Вот такие вот пижамки здесь. Очень классная фирма, натуральная, по 20 евро. Сейчас я себе тут ее и возьму. Здесь эти по 18. Другая фирма, попроще. Вот такие не знаю сколько. Ну, тоже в пределах 20 евро. Есть и мужские классные, кстати. Домашние такие костюмчики вельветовые тоже отдают за 20 евро сегодня. Я вам скажу, я прошлась по магазинам. Стоит дороже. Ну, 29 евро по магазинам примерно, минимум. Вот такие пуховички здесь у нас. Хорошенькие. Вообще китайские, не знаю. Не натуральные, нет? Выглядит красиво. И такие дождевички тепленькие. Курточки в Неаполе прям вообще все любят так одеваться. Потому что сейчас начнутся дожди. Этот такой теплый прям. Такие шубки искусственные. Клевые, кстати, тоненькие. Ненавязчивые. Искусственные, выглядят очень круто. Круто. Я вам скажу честно. Мне нравится. Пальчишки прям огонь. 60 евро стоит такая шубка. Она такая легенькая, такая удобная, укутаться прям вообще. Очень хорошая. Мне понравился другой цвет, такого не было. Но дали померить SM белый, так, чтобы посмотреть, как смотрится. По-моему, супер. Вообще шикарный. Главное, так тепленько, тоненькое. Ну, тепленькая. Шикарно вообще. Венеаполь 60 евро, пожалуйста. Если вы стесняетесь приходить на рынок, то это можете забыть про это, потому что итальянцы обожают рынок. Что здесь продаются, как же это сказать, все производители. Например, кто-то шерстяные вещи производит, продает. Сейчас мы, конечно, зашли, вот где продается немного секонд-хенд. Ну, тоже почему бы нет. Сейчас это очень важно в нашем мире, покупать вещи второй раз. Вот это нет, конечно, это не секонд-хенд. Обувь тоже не секонд-хенд. Обувь вообще обалденная. Кожаная. За такие деньги. Просто. Так вот, производители, так же, как и в магазине, продают и на рынке абсолютно. Это опять секонд-хенд. Так что бояться точно не стоит. Итальянский рынок – это просто находка. Здесь костюмчики подешевле. И попроще. Но можно найти. По хозяйству все, что нужно. Копри матерасу.
Ну, кстати, коврик прикольный. Вопара. Ама. Такой костюм. Прикольный, хороший. Что у нас здесь? В принципе, ничего особенного, но красивый. В итальянском стиле. Привет! Как вы видите, сеньоры все очень ходят красивые здесь. Ok. Questo le va bene, lei secondo te? E dammi questo allora. Можно найти даже вот такое вот счастье. Это мой любимый. Следующий пункт назначения. Мы идем посмотреть парфюмерию Outlet. Я покупаю крем подруге. Идем его искать. Такой магазинчик, здесь очень хорошие цены, проверенное все, очень классно. Это я вам от всего сердца советую, вдруг кто в Неаполе, делюсь просто самым сокровенным. Я здесь уже много чего купила, здесь очень-очень качественный продукт, все это оригинал, с очень приятными ценами. Все вот эти блески, там Шанель по 15 евро. Самое приятное, что если не хотите переплачивать, нужно купить пробнички, которые не продаются. И здесь вы можете за 10 евро откупить себе клиник. Мне очень нравится. Ну и так далее. В итоге мы вышли вот с таким пакетиком, купили крем Шанель. Сейчас покажу. Купили вот такой крем Шанель, который стоит, вы знаете, больше 300 евро. Мы купили за 180. Я себе купила пробничков на 10 евро, просто духи, мне так удобно иногда с собой таскать. Так вот, 10 евро, 12 штучек пробничков. Там любые, Gucci Flora, все, что хотите, Prada. Ну все, пока-пока. Итак, на этом видео закончилось, мы вышли с покупками. Я вам советую этот магазин, парфюмерия Outlet. Насчет рынка тоже вам его очень советую. На этом все. Чао-чао и пока-пока. Подписывайтесь обязательно.